Добрый вечер, уважаемые болельщики. В Канаре, на стадионе «Горняк», начинается второй матч 8-го Кубка Евраза по футболу. Встречаются команды «Евраз Сибирь», город Новокузнецк, и «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат», город Качканар. Почетное право ввести мяч в игру предоставляется одному из главных гостей нашего турнира — Дмитрию Хлестову. Второй матч Кубка Евраза начался. Команда «Евраз Сибирь», город Новокузнецк, играет в белой форме. Ворота защищает номер 89 Александр Горлов, номер 3 Кирилл Цыпрун, номер 6 Евгений Рогов, номер 33 Антон Гутнев, номер 16 Павел Ермохин, номер 7 Алексей Чередниченко, капитан команды, номер 8 Александр Тельнов, номер 10 Владислав Лунтовский, номер 12 Дмитрий Акулин, номер 8 Дмитрий Рудн и номер 17 Артем Морозов. Команда «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат», город Качканар, играет в черной форме. Вратарь номер 1 Василий Кирильченко. Номер 18 Владимир Кулешов, капитан команды. Номер 22 Артем Прохоров. Номер 7 Юрий Овчинников. Номер 3 Алексей Урин. Номер 20 Андрей Вепрев. Номер 12 Илья Блинов. Номер 15 Антон Ермошенко. Номер 17 Михаил Галиулин. Номер 8 Илья Безруков и номер 11 Алексей Пугачев. Матч судит бригада арбитров в составе: главный судья Александр Генералов, судья первой категории, город Екатеринбург. Ему помогают Артем Калинюк, судья первой категории, город Екатеринбург, и Илья Погонин, судья первой категории, город Каменск-Уральский. Резервный арбитр матча — Максим Сутермин, судья первой категории, город Нижний Тагил. Инспектор матча — Владимир Николаевич Константинов, судья республиканской категории, город Качканар. Thank you.
Алексей. Лёша, ты слышишь меня? Итак, дорогие друзья, продолжается второй матч. Небольшие, скажем так, технические неточности. Потому что накал страстей, друзья. Потому что встретились две команды, которые сегодня претендуют как минимум на, конечно же, победу в этой встрече. Ну и на победу в чемпионате в целом. Так вот, если говорить о команде Качканарского горно-обогатительного комбината, хочется сразу же отметить, что у этой команды богатейшая история, которую не стыдно рассказать во время футбольного матча, во время выступления этой команды, потому что есть о чем говорить. О каждом из игроков мы, в принципе, можем поговорить с вами чуть позже отдельно. У нас есть еще как минимум два тайма возможностей. Ну а сейчас я бы хотел просто рассказать, что с 2008 года команда Качканарского ГОКа выступает на футбольных турнирах. Вообще, в целом, команда была создана в 2008 году для вот подобных мероприятий. Но уже, начиная с 2012 года, команда «Евраз Кагок» является неприемлемым участником всех турниров на Кубок Евраза. Итак, если идти по годам, в 2012 году второе место, в 2013 восьмое, в 14 седьмое, в 15 второе место, в 16 также второе, и в 17 году команда, забив 16 мячей и пропустив всего 5, заняла первое место. В прошлом году все было четвертое место по итогам всех встреч. Какое место будет у качканарцев в этом году, совсем скоро узнаем. Осталось ждать буквально несколько дней. В следующей неделе команды будут играть, и 18 числа у нас состоятся финальные игры. Я напомню, у нас команда из Качканара в черной форме. Команда в белой форме – это команда «Евраз Сибирь» из Новокузнецка.
Итак, обе команды сейчас показывают характер. Это очевидно по манере игры. Очень быстрые, очень резкие передачи, очень высокая скорость. Ну, отсюда и неточности. Но, тем не менее, команды хотят показать, кто на поле главный. Несмотря на то, что мы играем сейчас в Качканаре, команда из Новокузнецка тоже заявила о своих амбициях и желании увести кубок в Сибирь. Ну, кстати, если говорить о команде «Евраз Сибирь», то она появилась путем слияния двух предприятий «Евраз ССМК» и «Евраз Руды». Тогда же было принято решение о создании единой сборной футболистов и назвать ее «Евраз Сибирь». А сегодня там играет очень много известных в металлургических и горных кругах футболистов, которые выступают как на кубках Кузбасса, так и других сибирских турнирах. Тренер, кстати, объединенной команды «Евраз Сибирь» Евгений Горбунов. В тренерский штаб также входят Олег Нечаев и Евгений Назаров. Качканарцы начинают розыгрыш мяча со своей половины поля. Не хотят идти ва-банк, осторожничают. Но пробовать все равно надо. Потому что обе команды, безусловно, сегодня нацелены только на победу. Опасная игра, друзья. Но не в штрафной, рядом. Кстати, если говорить об обеих командах, то сейчас на самом деле на поле у нас встретились обладатели предыдущих лет Кубка Евраза. Команда из Качканара в 2017 году завоевала этот кубок. А команда «Сибирь», «Евраз Сибирь», завоевала этот кубок в 2018-м. То есть каждая команда выигрывала как минимум по разу за последние два года этот кубок. Борются за мяч команды. За каждые секунды владения мячом приходится ожесточенно отстаивать свое мнение. Не было никаких последствий, потому что на старте турнира получить какую-то травму, безусловно, это будет очень обидно. Как для болельщиков, так и для команды. Угловой разыгрывает команда Качканара. Подача. Ну, голкипер на месте. Команда «Евраз Сибири» идет в атаку. Ох, как грамотно разыграли, но... Не уходят из чужой штрафной сибирцы.
И качканарцы спасают. Спасают путем нарушения правил. Спокойней, спокойней надо играть. Банальная стычка на кромке поля. Конечно же, это не показатель и не повод ни в коем случае брать карточку из кармана судьи. Ну и портить, конечно же, себе настроение. Качканарцы разыгрывают мяч. Перевод на дальний фланг. Ну, а там уже... А там уже сибирские ворота. Неразбериха сейчас была в команде Кагока. Все игроки сконцентрировались в центральной части своей половины поля. Но здесь чего чуть не потеряли мяч. Продолжает Качканар напористо показывать свой характер. К сожалению, не удалось реализовать. Офсайды еще никто не отменял. Неоднократно уже судья обращал внимание игроков на свои нервы, на свое поведение. Нужно держать себя в руках. Действительно, если кто-то хочет выпустить пар, то делать это нужно... Понятное дело, на футбольном поле, но речь идет о реализации голевых моментов. И вот Качканар один из этих моментов реализует. Счет открыт. Качканар забивает первый мяч в этой встрече. Болельщики ликуют. Прекраснейшим образом разыгран был этот ход номер 20. Ворота команды «Евраз Сибирь» забил Андрей Вепрев, номер 20. Счет становится 1-0 в пользу команды Качканарского горно-обогатительного комбината. Ну что ж, 1-0 Качканар ведет. И сейчас игра должна принять немножечко более острый угол ведения игры, потому что у Качканара запал, они готовы давить дальше, а у сибиряков это должно вызвать некую такую раздражительность и желание, конечно же, отыграться. Но самое главное сейчас не фалить, не зарабатывать те самые карточки, которые достает судья, ни в коем случае, потому что команду покидать не должен никто. Сейчас все должны быть нацелены на один результат. И вот Качканар опять прорывается по правому флангу. Есть возможность, торопится, торопят игроки, на азарте у них огромное, конечно же, желание забивать и дальше. Но пусть этот азарт, на самом деле, игре ни в коем случае не мешает, просто нужно пытаться пробовать еще и еще. Угловой, дорогие друзья, я напомню, мы находимся в Качканаре, где сегодня стартовал 8-й традиционный турнир. Турнир по футболу на приз компании «Евраз». И вот так вот из середины толпы успели качканарцы ударить по мячу, но голкипер был готов к этому удару. Даже, наверное, не удару, а отскоку мяча. Итак, сибиряки ищут. Ищут, где же... Где же можно в Уральских горах? Ох. Серьезное столкновение.
Но сибиряков этим не напугаешь. Конечно же, не напугаешь, они готовы идти дальше. Голкипер на месте. Итак, держат пока на своей половине поля игроки Кагока мяч. Пробуют переводами на дальний фланг. Но здесь не все так просто. Предыдущая встреча, я напомню, между командами Распадской угольной компании и еще одной команды из Новокузнецка и Междуреченска, закончилась со счетом 4-2. Сейчас пока счет 1-0, 20 минут игрового времени позади. Не дают сибиряки качканарцам разойтись в своей штрафной. Связывают их как только могут, не открывая ни одного окна для передачи. В сторону ворот. Какая нелепая ошибка у игроков качканарского ГОКа. И мяч уже летит в сторону уральцев. Итак, 17 номер качканарцев делает проход. Ну же, голевая передача. Но нет. Нет, все в рамках правил. Сибиряки грамотно зажали в клешни, отобрали мяч. А вот здесь вот уже опасная игра. Судья показывает желтую карточку. Игрок команды Евраз Сибири находится на поле. Ну, серьезно досталось ему. Вот так вот суровые уральские мужики столкнулись с суровыми сибирскими мужиками. Пока счет 1-0 в пользу мужиков из города Качканар. Так, потребовалась помощь медика. Турнир продолжится завтра, в понедельник, 12 августа. Нас ждет два матча. В первом из них, который начнется в 16 часов, команда Распадской угольной компании сыграет с командой Евраз Нижний Тагильский металлургический комбинат. А во втором матче игрового дня, который состоится в 18:00, Евраз Качканарский ГОК сыграет с командой Сибуглимет.
вернулся на поле получившему травму игрок. И качканарцы пытаются реализовать свое численное большинство. Но уже игра вернулась в режим фэйрплей. На поле одинаковое количество игроков. Продолжается упорная борьба за мяч. Сибиряки пытаются разыграть какие-то комбинации. Но Качканар пытается держать ситуацию под контролем. Самое главное не фалить своей штрафной. И аккуратно, без нервов, выводить мяч на чужую половину поля. Канарцы возвращаются на свою половину поля. У сибиряков сейчас есть уникальная возможность взять и показать какой-нибудь свой сибирский вариант. Я напомню, обе команды становились чемпионами в розыгрыше Кубка Евраза. Пытались пробить качканарцы сейчас поворотом сибиряков, но это в футболе называется погладить вратаря. Конечно же, вратарь был готов к этому удару. Команда из Качканара играет с командой из Новокузнецка, команда Евраз Сибирь, действующим обладателем Кубка Евраз по футболу. В прошлом году, я напомню, в драматичнейшем финале команда Сибири выиграла у команды Распадской, проигрывая 1-0 на 85-й минуте. Практически команда сравняла счет и по пенальти вырвали победу у Распадской. Ну, команда Распадской угольной компании уже показала свой нрав. Они выиграли 4-2. Ну а какой исход будет сегодняшнего матча, мы совсем скоро узнаем. Итак, ближется к завершению первый отрезок игрового времени. У команд есть несколько секунд буквально перевести дух. Штрафной пробивают качканарцы. Судя по всему, будет розыгрыш мяча. Thank you.
честно говоря, как мы и ожидали. Попытались запутать, но удар был чуть выше перекладины. Пытаются. Горняки ищут варианты, но пока ничего не получается. Все, что предполагается для того, чтобы увеличить счет в два раза, пока не приносит своих плодов. Болельщики очень пристально следят за игрой, потому что сегодня играет команда из Качканара, и даже противоположная трибуна от комментаторской заполняется людьми. Хотя на первой игре, когда играли Сипугльмет и команда Распадской угольной компании, противоположная трибуна была пуста. Но это показатель того, что эта игра, как минимум, очень знаковая для Качканара. Судья показывает, продолжаем играть. Упорнейшая борьба, друзья. Никто не уступает сантиметра игрового поля. Действительно, если перевести в процентное соотношение, то около 70% всего игрового времени проводится в центральной части поля. Команды переводят мяч через линию центра поля. Чаще всего, большую часть времени. Ну и, конечно же, доходит до ударов. В первом матче турнира, который проходил сегодня, в 15:00 команда Распадской угольной компании победила команду Сивугльмет со счетом 5-2. Напоминаю, 5-2, конечно же, на последних минутах забили еще и те пятый гол. Да, 5-2 победила команда Распадской. Очень амбициозная команда. Пообщавшись перед турниром с некоторыми футболистами, да, они заявили открыто, мы приехали побеждать. Мы собрали очень хороших сотрудников, очень хороших металлургов, горняков, которые умеют играть в футбол, которые хотят играть в футбол, побеждать. Ну и Распадская сегодня показала, что это действительно так. Итак, Качканар пытается атаковать. Но уже немножечко подустали, видимо, качканарцы, потому что много неточностей. Удался проход по правому флангу
Сибиряков. И Кагок перехватил инициативу. Хорошо вынес мяч голкипер Сибиряков. Осталось только закрепиться на чужой половине поля. Номер 3 Кирилл Ципрун. Электромонтер по ремонту электрического оборудования, друзья. Очень активный игрок. Тоже это призер чемпионата Кемеровской области среди любительских футбольных клубов. Не удается атака, удар не удался. И Качканар пытается форсировать события. Очень грамотно сибиряки отбирают мяч. Перехватил атаку уральцев Евгений Рогов. Представитель Таштагольной шахты. Машинист электровоза. Тоже призер чемпионата Кемеровской области среди любительских футбольных клубов. Итак, до конца первого отрезка игрового времени осталось совсем чуть-чуть. 37-я минута подходит к своему концу. Пока что счет 1-0 в пользу Качканарского горнообогатительного комбината. Как грамотно сибиряки разыграли сейчас эту комбинацию. Осталось только завершить начатое. Ну, есть, конечно, маленькие неточности, которые как снежный ком впоследствии набираются. И атака захлебывается либо в обороне, либо мяч перехватывают соперники. Голкипер контролирует все, штрафную своей зоны. И также мяч переводится на дальний фланг. Продолжается игра на стороне команды Евросибирь. Пытается Качканар что-то придумать в чужой штрафной. Но пока не совсем получается. Самое главное закрепиться, удержаться и пробовать. Каждый раз пробовать. Но, как уже сибиряки заявили, они приехали побеждать. И просто так они не сдадутся. Чтобы вырвать у них победу, нужно будет, конечно же, хорошенечко поработать. Thank you.
Еще одна желтая карточка показана футболистом Качканара. Не очень довольны этим решением судьи болельщики, которые пришли поддержать сегодня своих футболистов на стадион «Горняк» в Качканаре. К основному времени первого тайма главный арбитр добавил одну минуту. Ну что ж, смогут ли сибиряки сделать что-то за минуту? Давайте посмотрим. Перерыв, дорогие друзья, 1-0. Первый тайм матча между командами Евраз Качканарский ГОК, Евраз Сибирь. По истечении первой половины игры... Хозяева турнира впереди 1-0. Ждем второй тайм. Уважаемые болельщики, давайте аплодисменты поприветствуем. Начался второй тайм второго матча Кубка Евраза по футболу между командами Евраз Качканарский ГОК, Евраз Сибирь. Начался он при счете 1-0 в пользу хозяев турнира. В перерыве в составе команды Качканарского ГОКа была произведена замена.
Вместо Алексея Пугачева, игравшего под номером 11, вышел Максим Михайлов, номер 23. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся на футбольное поле стадиона «Горняк». Второй тайм матча между командами Качканарского ГОКа и команды «Евраз Сибирь». После первого игрового отрезка, я напомню, счет был 1-0 в пользу команды «Урала». В середине первого тайма качканарцы забили один безответный мяч пока что и продолжали прессинг команды сибиряков, но сибирцы, конечно же, не собираются сдаваться. Возможно, в перерыве тренер сделал какие-то корректировки во время ведения игры во втором игровом отрезке. Ну, посмотрим, время покажет. Пока что качканарцы пытаются оставить инициативу за собой. Но инициативу, конечно, нам нужно подкреплять, как говорили у нас на Урале, Демидовы не словами, а делами. Ну, посмотрим, будут ли дела или же только слова. Некоторые изменения в составах команд после перерыва были. Конечно же, эти замены будут еще, но пока что тренер не видит необходимости менять игроков, которые были в первом тайме. Синоптики нам, кстати, обещали на текущий момент грозы, дожди, ливни, местами с порывистым ветром. Но пока что погода держится, хорошая погода держится. Даже если вот из комментаторской посмотреть в сторону гор, даже туман рассеялся, видно вершины гор. Буквально пару часов назад их видно не было. Но говорит только об одном, что погода на самом деле не ухудшается. Это не может не радовать. Итак, сибиряки попытались контратаковать. Но пока что ничего не получается. Знаете, в перерыве общался с футболистами команды «Евраз НТМК» из Нижнего Тагила, обсуждая первый игровой отрезок между командами «Кагока» и «Сибири». Предположили некоторые футболисты, что мяч просто не летит во вратаря качканарцев, потому что у него очень яркая игровая форма. И вот сейчас, собственно говоря, друзья, подтверждение этой теории. С двух ударов ворота так и не были поражены. Да, немножко магии, конечно, не помешает обеим командам. Кому-то нужно удерживать и удваивать даже счет, а кому-то нужно отыгрываться срочно. Для того, чтобы победить, сибирякам нужно забить, ну, как минимум один гол, а чтобы победа была уверенной, два, чтобы не было никакой ничьей. Но качканарцам необходимо либо удержать, либо удвоить свое преимущество. Удерживание со стороны команды из Новокузнецка, что дает возможность качканарцам
реализовать проброс в чужую штрафную. Но, к сожалению, никого там не было. Так 5 минут второго игрового отрезка уже подошли к концу. И пока что у нас был только один опасный момент у ворот качканарцев. Сейчас сибиряки пытаются подобраться. Вратарская качканара. Но уральские мужики не дают возможностей. Начинает разыгрывать команда Кагока мяч. И некому отдать-то на дальний фланг. Никого там нет. Но попытались. Перехватили команда Евросибирь инициативу. И качканар в атаке. Прекрасный момент, дорогие друзья. И на угловой уходит мяч. Много действительно возможностей у обеих команд, но чтобы все их реализовать, нужно больше времени, больше сыгранности, больше возможности пощупать, потрогать соперника. К сожалению, у команд нет такой возможности, поэтому все приходится делать в режиме реального времени. Продолжает качканар прессинговать уже в чужой... 2-0, дорогие друзья! Качканар продолжает забивать. Добились своего. Радуются болельщики. Это команда «Игра в Сибирь». Забил Максим Михайлов, номер 23. Счет становится 2-0 в пользу команды качканарского блока. Тот самый момент, когда нужна была какая-то эмоциональная встряска, и обе команды ее получили. Собственно говоря, как и в первом тайме, ровно один игровой отрезок назад, когда качканарцы открыли счет, и это взбодрило обе команды, и начали играть немного быстрее, немного острее стали атаки. Ну и, конечно же, много было неточностей, но игра была на повышенных скоростях. Сейчас, я думаю, будет то же самое, потому что на кону стоит победные 3 очка, друзья. Это не цифра 3, это один маленький шаг в сторону обладателя Кубка Евраза. Напомню, каждая из команд, которая сейчас играет на поле, что качканарцы, что сибиряки, уже становились обладателями этих кубков. В 2017 году команда качканарского ГОКа выиграла, забив 16 мячей. Это на самом деле немало, пропустив в 3 раза меньше. А команда из Новокузнецка, Евросибирь, забила чуть больше и заняла 1-е место в прошлом году, в 2018. Сейчас для каждого игрока, для каждой команды, которая сейчас на поле, конечно же, это принципиальнейший матч. Кто в нем одержит победу, ну, узнаем буквально через уже 30 минут. Подходит к концу первая 10-минутка второго игрового отрезка. И качканарцы прям во вкус вошли. Уже не касаясь мяча, не касаясь ногой мяча, пытаются загнать его в ворота. А вот у сибиряков начались такие мелкие неприятные ошибки, которые впоследствии могут и, конечно же, не привести к
пропущенному голу. Но эта нервозность очень влияет, конечно же, на сыгранность команды. Потому что команда – это каждый игрок по отдельности, собранный в один единый механизм. И если один из механизмов начинает немножечко шалить... Команда производится замены. В команде «Евраз Сибирь» вместо Дмитрия Акулина, игравшего под номером 12, в игру вступил Сергей Суетин, номер 14. В команде «Качканарского ГОКа» с поля уходит Михаил Галиулин, номер 17. В игру вступил Вадим Хасанов, номер 21. Итак, после пропущенного мяча тренеры команд решили сделать по замене. Для качканарцев это уже вторая замена. Сибиряки первую замену свою реализовали. Возможно, новая кровь внесет какие-то коррективы в игру. И у качканарцев появляется еще один шанс. Ну, если не забить, то попортить нервы соперников, это точно. Пытается. Нет, выше ворот. Болельщики заметно оживились, подбадривают, подгоняют команду вперед, кричат. Сегодня, кстати, на стадионе «Горняк» для удобства зрителей установили большой экран, чтобы можно было полноценно посмотреть со всех ракурсов игры. Я напомню, у нас две игры в первый игровой день, в день открытия. Команда «Сибу-Улимет» и команда «Распадская» сыграли перед церемонией открытия буквально 2 часа назад. И завершилась эта встреча со счетом 5-2 в пользу «Распадской». Ну, а сейчас со счетом 2-0 пока ведет команда «Качканарского ГОКа». Встреча проходит, я напомню, на стадионе «Высокогорец». Сейчас играют команды «Евраз Сибирь» и команда «КАГОК». Ну вот это вот спешка, это желание как можно скорее оказаться у чужой штрафной и попытаться забить еще один гол, приводит вот к таким вот нелепостям, когда футболисты не понимают друг друга, не успевают за мыслями друг друга, ну и, собственно говоря, теряют мяч. Этими должны воспользоваться соперники, и команда «Евраз Сибирь» этим воспользовалась. В команде «Евраз Сибирь» была произведена замена. С поля ушел Дмитрий Рубин, номер 18. Вместо него в игру вступил Александр Самодуров, номер 9. Итак, о чем мы, собственно говоря, и говорили. Вынужденная замена у команды «Сибирь». Капитанская повязка сохранилась. Вот некоторых игроков пришли. Вот это да, друзья. Пробивают. Попал мяч в голкипера. Сложно сказать, успел он среагировать или мяч полетел в него. Но ворота не поражены.
Безусловно, тренерский штаб сибиряков что-то уже предпринял, уже внесены какие-то корректировки. Осталось сейчас просто дело за малым. Увидеть эти корректировки, если не по ходу игры, то хотя бы по изменению результата на табло. Сложно вести статистику этого матча, потому что мяч то от одного, то от другого игрока ходит туда-сюда, и невозможно сказать, кто больше владел мячом, но с уверенностью можно сказать, что больше азарт, больше напор, конечно же, у команды Качканарского ГОКа. Прям чувствуется, что ребята на подъеме. Еще один опасный момент у ворот сибиряков. Ну, правильно, подальше от греха мяч выбить. До последнего борются качканарцы, преследуя голкипера. Ну и правильно, собственно говоря, давить, если не по техническим характеристикам игры, то морально. Морально это, конечно же, очень давит на команду соперников, что идут до последнего качканарцы. Собраться нужно сибирякам. Иначе они рискуют пропустить еще один гол. Не могут сибиряки пока выйти со своей половины поля. Опасная игра, но от судьи, конечно же, этот факт не ушел. И качканарцы быстро группируются на стороне поля команды Евросибирь. Не могут сибиряки выйти ни из своей штрафной, ни со своей половины поля. Связали горняки по рукам и ногам сибирскую команду. Thank you.
дает какие указания тренер своим подопечным. Тренер команды «Евраз Сибирь». Ну и мяч уходит на раз болельщикам на трибуны. Очень-очень непросто сейчас играть команды из Новокузнецка. Пробуют различные варианты перепасовкой. Ну, разве что сейчас на дальний фланг будет проброс. Перехватив мяч, конечно же, бочконарцы воспользуются этой возможностью. Останавливает судья игру. Итак, друзья, если вы только подключились к нашей трансляции, напомню, прямо сейчас проходит вторая встреча первого игрового дня турнира на Кубок Евраза по футболу в городе Качканар на стадионе «Горняк». В данный момент играют команды «Евраз Сибирь» и «Евраз Кагок». Идет 62-я минута матча. Пока что счет 2-0 в пользу качканарцев. Ну и первые, я думаю, за последние минут 10, возможно, будет опасный момент у вратарской команды Качканара. Угловой подается. И голкипер на месте выбивает мяч из своей штрафной. И здесь есть возможность сыграть на контратаке, но, к сожалению, никого не было. Кстати, в розыгрышах Кубка Евраза команда из Качканара провела в целом 34 игры, в которых одержала 17 побед. 10 матчей качканарцы сыграли в ничью, и 7 раз матч завершился не в их пользу. С 2012 года, кстати, команда забила 67 голов и пропустила в два раза меньше. Это показатель того, что действительно команда... Восьмой Кубок Евраза продолжится завтра, в понедельник, 12 августа, двумя матчами. Первым из которых, который начнется в 16:00, команда Распадской угольной компании сыграет с командой Нижнетагильского металлургического комбината. Во второй... Встреча второго игрового дня в 18:00 на поле выйдут команды «Евраз», «Качканарский горно-обогатительный комбинат» и «Сибуглемет». Команда «Евраз Сибирь» свой следующий матч на турнире проведет послезавтра, во вторник, 13 августа. 16:00, встречаясь с командой Распадской угольной компании. Друзья, завтра будет второй игровой день
Только что мы услышали, какие команды будут встречаться. В игру завтра включится команда Евраз НТМК из Нижнего Тагила. Футболисты уже здесь. Они, кстати, сидят на противоположной от комментаторской трибуне. Команда в синей форме. Немножко неточный проброс сибиряков. Ну, и мяч, конечно, уходит. Прекрасная возможность сделать счет еще более интересным для качкадарцев. Вот уже нервы сдают. Немного агрессивная игра. Идет 66-я минута матча, дорогие друзья, счет 2-0. Эх, немножко неточно, не успел здесь нападающий качканарской команды. Ну, качканарцы на этом не останавливаются, пробуют еще. Еще. Именно это действительно у них залог успеха сегодня в этой игре. Пробовать и получится. И действительно, дважды получилось. Счет мог быть немножко больше, но... Не все сразу, как говорится. После почти 70 минут игрового времени команда качканарцев пытается выглядеть более свежо на фоне своих соперников. Действительно, и быстрее, и порезче немного качканарцы выглядят. Но пока результата вот эта вот бодрость и свежесть не приносит. Не сдаются сибиряки, не готовы они просто взять и отступить от своих... ворот и даже пытаются атаковать. Так, по 40 минут играют у нас команды. Чуть-чуть не хватило. Слет убил игрок качканарской команды. Ну, немножко неточно. Но, с другой стороны, голкипер был готов к этому удару. Ловил его. Thank you.
Продолжают качканарцы атаковать. Ищут свободные зоны. Пытаются. Эх. Да, конечно, реализация не на высшем уровне, но сказывается, конечно, усталость. Финальная часть второго игрового отрезка. Не все уже получается. Где-то не хватает реализации, а где-то не хватает немножечко сыгранности. Прекрасно понимаю команду из Качканара, просто уже хочется победить. Ну что ж, уральцам нужно еще немножечко поработать. Прекраснейший удар, но здесь голкипер был начеку, парировал этот выпад. Но, как я уже говорил ранее, конечно же, это наложило моральный отпечаток. А почему дали защитники пробить, где были они в этот момент, ну, это уже будут вопросы у главного тренера команды из Сибири к своим подопечным после матча. Ну, вот в руки наконец-то взял и мяч голкипер команды Качканара. А то он, мне кажется, уже немножечко подрасслабился от безактивности. Так, замена у обеих команд. В командах были произведены замены. В команде Евраз Сибирь вместо Руслана Федяшина, Руслан Федяшин, номер 15, вышел вместо Александра Тельнова, номера 8. В команде Качканарского горнообогатительного комбината вместо Ильи Блинова, игравшего под номером 12, на поле вышел Антон Блинов, номер 2. Итак, 7 минут до конца основного времени осталось. Счет по-прежнему не изменился. 2-0 в пользу команды из Качканара. И посмотрим, что же принесли замены командам. Новая кровь. Как поведут себя сейчас игроки. Давайте, 7 минут у нас на это есть. Мы сейчас это посмотрим. Не уходят качканарцы в глухую оборону. Пытаются забить еще. Вот видите, какие досадные, очень нелепые ошибки приводят к тому, что мяч оказывается уже у штрафной. Очень навязчиво, очень жестко прессингует качканарцы сибиряков. Но те пока не сдаются. Очень хотелось бы видеть, конечно, гол в исполнении команды из Новокузнецка. Может,
команды есть действительно и сыгранность, и какая-никакая тактика. Но вот с реализацией пока что проблем. Хотя я напомню, это команда, которая победила в прошлом году. Это обладатели, действующие обладатели Кубка Евразии по футболу. Стадион, но тем не менее покрытие довольно-таки хорошее и играть на нем очень даже комфортно. Замена у сибиряков. Я думаю, это последняя возможность команды Кузнецка. Команды Евразия-Кунарский ГОК. Замена. Вместо автора первого забитого мяча в ворота Евросибири Андрея Ветрева, игравшего под номером 20, в игру вступил Александр Беденко, номер 13. В составе команды Евросибирь вместо Павла Ермохина, игравшего под номером 16, на поле вышел Илья Саказов, номер 11. Сегодня действительно удача не на стороне команды из Новокузнецка. И вратарь в нужный момент дал осечку, немножечко подскользнулся. Ну и защитники то один, то другой не смогли отобрать мяч нападающего. Вот здесь у нас не самый приятный момент. Ну да, конечно, это... нарушение правил. И Качканар пробивает штрафной. Опасно, на самом деле, штрафной. Скорее всего, будут бить, потому что разыгрывать довольно-таки сложно будет здесь, когда вся команда соперников, за исключением одного нападающего, находится в штрафной. Так, навес. Гол! На добивание. Мяч, ворота команды Евросибирь. Забил Вадим Хасанов, номер 21. Сейчас становится 3-0 в пользу команды Качканарского горно-обогатительного комбината. Итак, дорогие друзья, до окончания основного времени остается чуть меньше минуты. Я думаю, что не больше 2 минут добавит главный судья. Хватит ли этого, чтобы отыграться хотя бы на один гол сибирякам? Наверное, нет. Наверное, нет, потому что не только удача, но и, конечно же, напор, харизма игроков сегодня на стороне качканарцев. По основному времени второго тайма главный арбитр добавил 1 минуту. Уважаемые болельщики, напоминаем вам, что в
Восьмой кубок Евразии продолжится завтра двумя матчами, в первом из которых в 16:00 Распасская угольная компания сыграет с Нижнетагильским металлургическим комбинатом, а в 18:00 хозяева турнира Евраз Качканарский ГОК сыграют с гостями из Новокузнецка командой Сибуглемет. Итак, еще одна замена у качканарцев, но прекрасно мы уже понимаем, что это замена техническая. В ней нет острой необходимости. В составе команды качканарского блока замена вместо автора второго забитого мяча Максима Михайлова, игравшего под номером 23, на поле вышел Евгений Поченигин, номер 16. Итак, друзья, меньше минуты осталось у команд, чтобы выяснить отношения. Ну вот и все. Вот и все. Судья чуть раньше дал свисток. Матч окончен. Со счетом 3-0 победила команда Евразкагок. Команда Качканарского горного наблюдательного комбината обыграла Евраз Сибирь со счетом 3-0. Благодаря результативным ударам Андрея Вепрева, Максима Михайлова и Вадима Хасанова.